Всем привет, друзья, на канале Мусалим. Гольф на работе приехал на полную шумоизоляцию. В общем, у нас салон разобран. Ну, такие вот пласты можем наблюдать в виде штатной шумки в этом автомобиле. Отрывать мы их не будем, они держатся довольно-таки крепко. А уже поверх проклеим, прокатаем вибро. Так что у нас двери также разобраны. Разбираются они здесь, к сожалению, вот так. Там, к сожалению, ничего нету. О, ребят, и крыша уже снята. Большие площадки. И практически никакой шумки нет. Багажничек на арках присутствует. Кусочек на полу. В общем, это очень шумные места в каждом автомобиле. Поэтому здесь мы запакуем по максимуму, насколько возможно. Что, пропылесосили, сейчас обезжирим. Материал уже прогревается. И будем закатывать вибро шумопоглощающими материалами. Всем спасибо, пока-пока.